у аниме. Хуя, блядь, вы... Не, это у кого-то такой фетиш или чё, блядь? Ребенок просто, на вид ребенок, блядь, с бубулехами просто здоровенными. Просто ребенок со здоровыми бубалехами. Это чё, блядь, фетиш какой-то? И главное, как в аниме, бля, вот эти бубы, блядь, скачут. Пиздец. Это смысл, говорит, аниме. Это просто дед, для тебя все дети. Не, вот эта леди для меня как будто посмотрит. О, блядь, нихуя. А, это та самая игра со сракой, блядь, охуенной. Смотри, когда она стреляет, у нее бубалехи, кстати. Это, блин, она... Бля, тут ракурс такой. Не, ну это мы играем. Вот этого я помню. Помню трейлер по этой игре. Ракурс. Это мы, говорит, берем. Не, ну тут понятно, за что 5000 платишь, как бы. За деда, конечно. Это Якса. Ёба, говорит, у нее сиськи трясутся. Ну были бы у тебя сиськи, тоже трясли бы. Да-да-да-да-да, это оно, оно. PlayStation консоль эксклюзив, кстати. 2023. Бля, ждать целый год, чтобы письку полимонить, понимаете?